Современные герои в классическом сюжете. Такова тема нашего сегодняшнего разговора. А беседовать мы будем о фильме «Дубровский». У меня в гостях Игорь Горгин, который исполнил одну из главных ролей в этом фильме. Добрый вечер. Добрый вечер. Игорь, когда вообще речь идет об экранизациях, всегда вспоминают оригинал. Вот. Вы, я так понимаю, один из немногих актеров в этом фильме, кто оригинал прочитал после того, как ознакомился со сценарием. Ну, перечитал, вернее, так скажем. Потому что режиссер как раз акцентировал на том, что он не захотел перечитывать Пушкина, чтобы не погружаться в атмосферу оригинала. Ну, чтобы сохранить свою интонацию какую-то режиссерскую, я так понимаю. Да. Какая интонация у вашего персонажа? Потому что ваш персонаж как раз это нечто новое, да? Ну, это не совсем новое, это просто объединение нескольких персонажей. Потому что там есть у Пушкина князь Верейский, старый пожилой князь, за которого Маша выходит замуж. Конкурент главного героя, да. И есть управляющий имением, по-моему, Ганин. И здесь они объединены в одного персонажа по фамилии Ганин. Который коррупционер, бла-бла-бла, в общем, который, совершенно... Главный мерзавец и подонок в этой экранизации, во всяком случае, точно. Как вам работалось? Прекрасно. У нас была прекрасная команда. Это растянулось на несколько лет в результате этот процесс, потому что мы начинали снимать с одним режиссером фильм. С кем? Был Кирилл Михановский, такой режиссер, который приехал из Америки и там работает, и там снимает. И его позвали, он начал снимать, но мы не успели снять, потому что там зима, зимняя натура, и не успели мы снять. И Даня Козловский ушел... Исполнитель главной роли Дубровского. Дубровского, да. Он ушел как раз на лед играть Харламова в «Легенде номер 17». Да. И все это, вот мы там сняли полторы серии сериала. И это все. Да, изначально планировался как сериал, но в результате получился просто полный метр. Да. И причем я так понимаю, что за кадрами этого полного метра, вернее, за рамками полного метра, остались очень многие вещи, которые как бы отсылали именно к Пушкину. Допустим, там катание на важные вещи. Там есть охота на медведя. Она осталась. Она осталась. Там, там вообще весь сюжет пушкинский сохранен. Там мне рассказывают, что оператор ходил с Томиком Пушкина, вот, в отличие от режиссера. И все по сюжетной линии сохранено абсолютно. Но там есть предыстория Дубровского в сериале, потому что он приезжает из Москвы и там бизнесменом трудится. Он банкир, по-моему, вот по сюжету. Там у него есть драматическая история в первой серии, когда он вынужден делать нравственный выбор. В первой условной серии, потому что это все-таки первый не сериал. Потому что в кино ее нету. Да, эта история вообще. Поэтому в кино все немножко сжато, немножко, может быть, не хватает завязки. Там пришлось чем-то жертвовать, чтобы это вот ужать в 2 часа, 3,5 часа материала, 2 часа спрессовали. Поэтому мне кажется, что это все-таки на телевидении должно иметь другой немножко эффект, нежели наверняка кино. Так и будет, если когда-нибудь мы сериал увидим. Мы раз про животных как-то заговорили, про охоту на медведя. У нас вот у нас тоже есть вот охотница. Это ведь девочка, да? Да, это девочка. Девочка, которую зовут... Как? Красотка. Красотка. Ее зовут Красотка. Красотка? Да, спасибо. Вот, у нас есть такая традиция, мы вот красоток и красавцев пристраиваем зрителям. Вот, я вам не предлагаю, потому что у вас уже есть... У нас есть один уже представитель семейства. А вот вы сказали «у нас», а мне интересно, потому что когда мы до эфира с вами беседовали в гостевой, вы сказали «у меня». Я так вот подумал, сказали, у меня есть кот, и я так подумал, вот, значит, вы вот хозяин, нет? Я не хозяин, у нас хозяин сын. Ага. Он только его признает. Он его встречает и провожает из школы. Он, хотя кормим его мы с Юлей, а хозяином он признает сына почему-то. Ну, я так все-таки для тех, кто не в курсе, скажу, Юля, это Юлия Меньшова, которая, собственно, хозяйка, кота и жена. Жена, да, ваша жена и мать сына и Таисии. Сына Андрея и дочери Таисии. Дочери Таисии.
А вы, кстати, учитывая, что у вас, в общем-то, вы не из кинематографической семьи, но супруга ваша из легендарной совершенно кинематографической семьи. Вы, допустим, свою работу над тем же Дубровским обсуждали с кем-нибудь, я не знаю, с тестем, с женой? Нет, нет, они даже не видели, по-моему, этот фильм. Ну, они вот, когда вы там, допустим, вы же сразу согласились на роль или нет? Или вы вам предлагают, вы думаете, советуетесь? Как вообще это происходит у вас в семье? Ну, я могу посоветоваться с женой, да. Так. Но обычно, конечно, из того, что предлагают, ты, в общем, понимаешь, как бы уровень материала. Угу. То есть там, наверное, в ситком я бы не пошел, и в какой-то 120-серийный проект тоже с трудом бы я влез. Есть просто неинтересные истории, mm-hmm. очень слабые литературно. Mm-hmm. А тут материал пушкинский, ну, Пушкин, да. В общем, грех отказаться. Mm-hmm. И написано это талантливыми людьми, потому что то, как они сочинили это, перенесли на современную, пусть у меня не вызывало никаких вопросов, на самом mm-hmm. деле. Я бросился действительно читать Пушкина, пытаясь понять, что неужели все так и было написано, что так 200 лет назад так и было. Mm-hmm. Да, вот, к сожалению, за 200 лет мало что поменялось. Но в оригинале Дубровский там поднимает бунт, организовывает там вооруженные сопротивления. В вашей ленте то же самое все? Я сказал, что все по Пушкину. Так, значит, там есть четкий политический контекст. Ну, в общем, да. Ну, так. Там это как бы вот народ выходит против власти, скажем, да. Так. Да, да, есть какой-то. А ваш персонаж, он как коррупционер из... Он чиновник, это облприроднадзор. Такая самая коррупционная часть чиновничества, когда ты владеешь землей и можешь ею всегда приторговать. Это такая большая власть и большие деньги, и большие возможности, скажем так. Кстати, я посмотрел вашу фильмографию, вы из года в год у вас прям четко по 3 фильма в год было, вплоть до 2010 года. И потом вдруг, или это просто неполная там фильмография, по одному фильму в год вдруг. Как-то вы стали меньше сниматься, это с чем-то связано, меньше предложений? Может быть, просто эти фильмы задерживаются, не выходят на экран. На самом деле в этом году я впервые попал на кинофестиваль, как уже как киноактер. И у меня сразу было на фестивале 3 фильма. Так. И все меня спрашивают, как? Каким? Я говорю, это случайность, это совпадение. Ага. Какой фестиваль, какие это фильмы? Это был фестиваль в Выборге «Окно в Европу», на котором был фильм Дубровский как фильм «Закрытие». Угу. Был фильм Алены Звонцовой «Московские сумерки», который получил гран-при зрительских симпатий там. И был фильм «Собачий рай» по сценарию Адабашьяна. Угу. Вот. Вот как-то поэтому, вот вы говорите, что нету фильмов, а в результате 3 фильма, значит, решили, приехали на кинофестиваль. Mm-hmm. Ну, я действительно не так, чтобы я много работаю. А в театре? В театре гораздо больше, конечно. Mm-hmm. Тем более, что у меня 3 театра, и я в 3 пытаюсь успевать работать. Ну, огласите, пожалуйста, это есть список. Значит, у меня есть база, это Московский театр юного зрителя, где я работаю уже 20 лет. Mm-hmm. Есть театр нации под руководством Евгения Миронова, где у меня 2 спектакля. Есть театр-мастерская Петра Фоменко, где я играю 5 вечеров. Mm-hmm. Вот про тёс интересно. В одном из ваших интервью вы употребили такой термин, как тюзовщина. Это не мой термин, это то, что тюзятина. Он прозвучал из ваших... Вообще называют тюзятина. Тюзятина, да. Что вкладывается в это слово? Вот, что вы вкладываете? Ну, это когда играют в поддавки со зрителем, когда пытаются сюсюкать со зрителем, когда играют для детей, как для детей, и пытаются изображать из себя девочек и мальчиков в розовых тонах. Мне кажется, что с детским зрителем надо разговаривать, в общем, как со взрослыми. У вас получается? Но я очень мало играю для детского зрителя. Ага. У меня в основном спектакли для взрослых. Да, вы, кстати, ведь познакомились с вашей супругой, с Юлей, именно на спектакле. То есть она с приятельницами пришла на спектакль, была очарована, поражена, бла-бла-бла. Все это, значит, как-то вот закончилось как в фильме, так скажем. Ну, у нас вообще зрители часто удивляются, попадая в тюз, что они, оказывается, это в тюзе такие спектакли идут. Ага. Многие возмущаются, что как это детям показывать такие спектакли, да, дети еще
значит, не доросли, не могут, с ними надо что-то, какие-то сказки им рассказывать. На самом деле, есть спектакли для детей, у нас достаточно большое количество для детского зрителя, а есть спектакли, которые для всех, они не для взрослых. Фильм «Дубровский», он для какой возрастной группы? Какой ценз вы для себя, не по задумке автора, как вы считаете, я думаю, что кто может и не может смотреть эту ленту? Может смотреть это любой, хотя я сейчас понимаю, что фигура Козловского сейчас является привлекательной для девочек-подростков. Он такой сейчас супер... Не только для девочек-подростков, но и для определенной категории мальчиков-подростков. Да, да. Сейчас как бы в такой вот герой номер один, наверное, вырос в него. Хотя я-то считаю, что этот фильм, в общем, для всех возрастов. И чем старше люди, тем они, наверное, найдут что-то свое, потому что там любовная история не является главной, там есть какие-то социальные вещи. Ну, она и у Пушкина не была главной, мне кажется, как вы считаете? Ну, у нас-то ощущение, мы же читаем это в 6-м классе, в 5-м классе, и больше редко возвращаемся к Дубровскому особенно. Ага. Если Евгения Онегина мы еще перечитываем, а то Дубровского мы помним... Тихо, спокойно, Маша, я Дубровский. Это все, что мы помним из этого. Ну, там про Дупло еще, конечно, да. Да, поэтому... А на самом деле такая абсолютно российская, русская история, и то, что это принесено в современность, я думаю, что для более старшего зрителя это будет тоже интересно. А чем она русская, а не европейская, скажем? Вы считаете, что такая история не могла бы приключиться? Я даже не говорю не про 19 век, а про современное время. Не могла приключиться в какой-нибудь другой европейской, допустим, стране? Нет? Нет, потому что... Потому что в Европе давно закон — это главное. Да, мне кажется, это иллюзия. Да? Ну, я не знаю. Мне кажется, что там как-то пытаются все-таки придерживаться каких-то... Там нельзя прийти и забрать землю в суде, выиграв дело, прийти и сказать, ваш дом, он должен быть снесен. А у нас могут снести целый поселок Речник. При том, что там рядом могут находиться. То есть вы считаете, что рейдерство это такой просто наш формат? Абсолютно. Мне кажется, что в Европе это сложно. Там надо пройти кучу инстанций, судов, чтобы чего-то добиться. А у нас главенство, скажем, личное, человеческое над законом пока существует. Пока его. То есть, если у человека есть власть и деньги, то все. Не знаю, мне просто показалось, что там Европа нам демонстрировала примеры относительно недавно, когда просто не то что усадьба, а целыми регионами и странами, в общем, как это принято называть, отжималась. Но мы сейчас просто далеко от Дубровского. Не будем сильно углубляться, но факты современного рейдерства. А вы вообще верите в русский характер? Вы считаете, что русские... это люди особенные? Или вы, как там Андрей Кончаловский, считаете, что мы просто потерявшиеся где-то европейцы? Или вы, как его сын Егор, считаете, что мы азиаты на самом деле? Нет, я так понимаю, что как раз особенность русского характера, она есть, и это сочетание азиатского и европейского. И это постоянная борьба и перетягивание. Это нахождение между. И то, что это громадная территория России находится, эти пространства и поля, они откладывают, я думаю, отпечаток на русского человека. Вернемся к детям. Скажите, Андрей Игоревич и Таисия Игоревна, они будут смотреть этот фильм? Андрей смотрел. Смотрел. Нет, Андрей не смотрел еще. Нет, он не попал в Выборги. Но он с интересом отнес, то есть он хотел бы посмотреть, хотя у него скептическое отношение к русскому кино. Так, вообще... Странно, учитывая вообще, кто у него, дедушка, да, бабушка, но другое время, и про родителей не они говорят. Имеют возможность сейчас все подростки смотреть в компьютере американ, в кинотеатрах кино, американские сериалы, американские. Поэтому качество не всегда в пользу российского кино, скажем так. Поэтому
Иногда его удается вытащить на наше кино, и он как-то, «Легенда номер 17», он вполне хорошо отнесся, и «Географ Глобус пропил», он тоже хорошо воспринял, но это стоит усилий, чтобы его убедить сходить на наше какое-то кино. А что-нибудь из того, что дети смотрят, вы с ними смотрите? То есть понятно, что на «Легенду номер 17» вы повели. Там дедушка снимался. Да, там где-то снимался дедушка, это просто маст, да, они обязаны были. А вот вы ходите с ними на их кино? Ну, мы как родители, в общем, если говорить о детском кино, то да, регулярно, начиная вот как Андрей начал расти, то есть все мультфильмы, которые выходят, мы регулярно, не ходят же сами. Потом... Часто мы можем, ну не часто, но бывает, что выдается такое время, когда там мы можем уехать на отдых. И вот мы сейчас недавно на Новый год были в Риге. Когда вы говорите «мы», вы имеете семья. В виду целиком? Наша семья, да. Вся семья. Мы были в Риге, и там был день Шерлока Холмса. Празднуют в Риге, потому что там были съемки. Ну, в общем, они решили сделать такой праздник. И мы походили там по местам съемок. И экскурсии какие-то. И пришли домой, включили сериал «Шерлок Холмс», наш, который, значит, снят с Ливановым и Соломиным. И вот 3 дня мы каждый вечер сидели и смотрели «Шерлока Холмса». С большим удовольствием мы это делали. Часто, да, и Юля ходит с Андреем, если он ее позовет. Он много ходит в кино, он очень интересуется современным кино, он в курсе всех новинок, и он нам советует уже, на что сходить, что вот это обязательно надо посмотреть. Поэтому он авторитет в этом смысле больше. Беседовала с вашей супругой, она сказала, что она обязательно во всех контрактах прописывает... дни рождения детей, там, ну, ваш вообще семейные праздники. У вас это тоже существенный элемент ваших взаимоотношений с работодателем? Или это только вот такая женская история? Нет, я стараюсь, конечно, освобождаться, но это не всегда. Я это в контракт не вношу, потому что с днями рождения тяжело, потому что, может быть, в один день опразднования будет, в другой какой из дней освобождать всегда сложно, так как 3 театра совместить по планам, тоже по графикам сложно, поэтому я стараюсь, если это есть возможность, это сделать, но это скорее, да, материнский такой приоритет. Смотрите, в самом известном фильме вашего тестя, если вообще не в самом известном отечественном фильме «Москва слезам не верит», там вот этот момент прописан отношение социума и отношение там главных героев к тому, что социальный статус супруги, которую, кстати, ваша теща играла, и ее, значит, вот как бы возлюбленного. Вас расстраивает, что вы как бы для многих являетесь мужем Юлии Меньшовой? То есть то, что ваша супруга гораздо более известна, ну, не в среде, хотя бы, скажем, а вот ну, в народе. Ну, да, в народе это действительно так, но я уже с этим, там, скоро, там, 15 лет с этим живу, да, там, 18 лет уже с этим живу. Так. И, естественно, что если я буду все время по этому поводу, значит, печалиться и комплексовать, было бы мне сложно. Поэтому я уже с этим свыкся, что да, меня и похоронят, и напишут на могиле муж Меньшовой. Вот. Но я-то считаю, что там, для народа, да, это так. В своей области, скажем, в области, в актерской среде, в театральной среде, я имею свою репутацию, свой вес. А как вам, кстати, вы спрашивали, как кошки ведут у нас в эфире? Я поражен. Считаете, да? Я поражен. Вот, забирайте. Мы уже поразили гостя. Это важно. Надеюсь, что эти зрители тоже поражен. Вот, а мы кошку отдаем, а с вами мы начинаем играть. Так. Это игра в правду. В оригинале она французская игра. Гоша Куценко нас научил в нее играть. Очень просто все. Здесь есть фишки 4 цветов и, соответственно, карточки таких же цветов. На карточках написаны вопросы. Вы вытягиваете фишку соответствующего цвета.
выбираете карточку и зачитываете вопрос. Вопросы делятся на неловкие, это желтые карточки, откровенные, красные, голубые, на подумать, и белый — это свободный вопрос, это я что-то буду придумывать. Готовы, да? Да. Давайте. Поиграем. Да. Это желтая пресса, то есть. Да. Это опять что-то про Юлю будут спрашивать. Не знаю, вопросы французские, как я уже сказал. Неловкий вопрос. На каком документе вы подделывали подпись начальника? Угу. Кто у вас начальник вообще? На каком документе я не подделывал подпись начальника? Ну, может начальник быть. Мой, генерет Наумна Яновская, художественный руководитель. Угу. Но не приходилось мне подделывать. А я даже не знаю, какой у него. Как у него в дневнике отметки не приходилось никогда подправлять в школьные годы? Наверное, да. Ну, будем считать, что это... Я думаю, что было. Будем считать, что это подделка. Так. Да. Это что? Белый, это свободный вопрос. Да, там нет никакого вопроса. Это вот, на самом деле, я должен был задать вопрос, но я просто вот вам выберу карточку на подумать. Подумать? Да. Философский вопрос? Да. Есть ли у вас сейчас долг, который вы на самом деле не планируете отдавать? Нет, ну вот я как-то так по жизни, у меня принцип не брать долг. И никаких. То есть если это говорить о деньгах на самом деле, если говорить о каком-то другом, есть родительский долг, есть наоборот. Нет, тут целая есть палитра семейных. Семейных обязательств. Да. Так, чтобы я не планировал отдавать, вряд ли. А есть вообще долги-то? Как вы для себя считаете по своему? Я думаю, что есть, потому что они есть перед родителями, перед моими, которые я должен. Вот, они, к сожалению, живут в Петербурге, я в Москве. Я пытаюсь регулярно помогать им по мере возможности, но это такой вот. Из какой они среды? Они не имеют никакого отношения к богине? Нет, они инженеры. Да. Ядерщики тоже? Нет. Вы были ядерщиком. Вы были ядерщиком, если можно так назвать. Нет. У меня отец заканчивал, он работал в оптическом институте, то есть заканчивал ЛИТМО. Мама у меня заканчивала ИНЯС, она работала тоже переводчиком техническим. Вот, поэтому. Внука и внучку как часто они видят? Ну, не часто. Последний раз, когда видели? Последний раз мы были, наверное, мы были прошлой весной на каникулах. Мы приезжали, да, год назад. А со звездными родителями вашей супруги они как-то в коммуникации находятся? Нет, мы все-таки как бы, вот, они знакомы. Параллельные миры. Да, совершенно в разных находятся областях. Последний. Красного у нас еще не было. А я положил обратно все фишечки. А, обратно? Опять же снова желтый, да. Желтизны. Хорошо. Такова доля. Вам случалось обсуждать фильм, книгу, которую вы на самом деле ни разу не читали, не смотрели? Что это было? Я что-то не могу припомнить. Я вообще редко пускаюсь в рассуждения о том, чего я не знаю и не смотрел и не читал. Поэтому нет. Ну что, а я сегодня беседовал о фильме, который я не видел. Вот, но книгу я читал, а фильм я обязательно посмотрю, вам тоже советую. Я думаю, что еще мы вернемся к разговору об этой ленте после этого, если вы не возражаете. Спасибо. Спасибо вам.